Штукатурка облетела, дверные ставни покосились, а лестница стоит на подпорках. В этом доме не то что жить, просто заходить опасно, жалуются жители. Говорят, зимой здесь постоянные перебои с отоплением. Часто замыкает проводка, а во время дождей течет крыша. Здание давно признали аварийным, но до сих пор никого не расселили. Дом разваливается, можно сказать, полностью. Стены гнилые, проводка вся, ну, можно сказать, гнилая, трубы все гнилые, все течет. Это невыносимо, в подъезд вообще не зайдешь, разваливается. Ступеньки на подпорках держатся все. Вот подпорку, если убрать, ступенька обвалится. Когда дают отопление, у нас трубы лопаются сразу во всех квартирах. Потопы. Говорят, из аварийного состояния проводки неоднократно вспыхивал пожар. Об этом до сих пор напоминают стены в коридоре на втором этаже. Жители рассказывают, в доме нет даже горячей воды. При этом проживают здесь в основном семьи с детьми, пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья. У меня в квартире пол неимоверный. Я слепой человек, инвалид первой группы. Живу одна. У нас в доме всего в доме 5 квартир, 6 семей. Всего. И наш дом остался один на отшибе. Все дома вот эти выселенные. Горят дома неимоверно. Не дай бог вот этот дом загорится, все, нам будет полный крах. С деревьев пойдет огонь на наш дом. И мы вот, вы знаете, я вот слепая, я не вижу. Я ночами прислушиваюсь, принюхиваюсь. Не сплю ночами, только и слышу. Нюхаю, но это же не дело. Жильцы переживают, что дом того и гляди рухнет, ведь все стены в огромных трещинах. Люди просят обратить на них внимание и помочь решить проблему. Ексель Алексеев, Олег Галочкин, СТВ.